Эй, ты! Не спишь? Ты нарушитель границы, так? Надо ж тебе было налететь прямо на имперскую засаду. Они и нас поймали, и ворюгу этого. Проклятые братья Бури! В Скайриме было тихо, пока вас сюда не принесло. И Империи ни до чего дела не было. Если бы они вас не искали, я бы сейчас украл вон ту лошадь и рванул в Хаммерфелд. Эй, ты! Нам с тобой здесь не место! Это за братьями Бури Империя охотится. Мы сейчас все братья и сестры по судьбе, ворюга. А ну, все заткнулись! А с ним-то что не то, а? Попридержи язык. Перед тобой Ульфрик Буревестник, истинный король Скайрима. Ульфрик? Ярл Винхельма? Но ты же вожак восстания. Если тебя схватили... О, боги, куда нас везут? Я не знаю, куда нас везут, но... Савнгард ждет. Не, не может быть. Я сплю, я сплю. Эй, Конокрад, а ты из какой деревни? Тебе-то что? Последние мысли Норда всегда должны быть о доме. Рорикстед! Я из Рорикстеда! Здравия желаю, генерал! Палач уже ждет! Хорошо, покончим с этим! Шо? Мар, Тибелла, Инарет, Акатош! Боги, пожалуйста, помогите мне! Смотри-ка! Генерал Тулий, военный наместник. А с ним, похоже, талмарцы. Проклятые эльфы. Наверняка это все они подстроили. Это Хелгин. Был я как-то влюблен в одну девчонку из этих краев. Интересно, Виллот еще варит мед с можжевеловыми ягодами? Когда я был мальцом, мне казалось, что нет ничего безопаснее имперских крепостей. Пошли. Не будем заставлять богов дожидаться. Нет, постойте, мы не повстанцы. Прими смерть с достоинством, вор. Скажи им правду, мы не с тобой, это ошибка. Когда вызовем, делайте шаг вперед. По одному. Ох, и любят имперцы все делать по списку. Ульфрик Буревестник Ярл Виндхельма. Я горжусь тем, что служил тебе, Ярл Ульфрик. Ралов из Ривервуда. Локер из Рорикстеда. Нет, я не мятежник! Вы не имеете права! Стой! Я вам не дам! Лучники! Кто еще хочет поспорить? Постойте-ка. Эй, ты! Шаг вперед! А кто ты?